Закрыть камп про Джей. Да, только если сказать, мне тогда это нажать, я прожму. Сейчас скажу. Так, ребята, босс тоже не самый простой, сейчас все обсудим. Значит, босс будет стоять примерно в кресте, режим будет тусоваться примерно в трусах, но это ориентировочно. Давайте вот я на одно... У кого там эхо? На самого ответственного и самого скиллового нашего ренджа повешу апельсин, это КТ-шечка. Все ренджи стоят в апельсине, примерно здесь КТ-шка будет держать ренджи. И будет у нас один маг, Маккормик, но я на него вешаю ромбик. Ты вот, соответственно, примерно вот так перекрываешь камп ренджей. Ромбик должен стоять между боссом и ренджами. Ренджи, следите за этим. И ты хорошо, сейвен. Хорошо, только ты поставь, как бы, этот, ну, пусть они будут как бы параллельно, и все. То есть не надо там... То они кому будут параллельно? Ну вот смотри, то есть красную метку, вот, где я стою, ромбик, да, то есть напротив меня поставь красную, а сзади зеленую, и все. Метки стоят нормально. Ренджи в трусах, босс в кресте, ты между ними, все. И хватит, кто там фонит, отключите уже, либо эти колонки тише сделать, либо включите пушту ток. Бейлсы выйдем, давай выйдем, ладно. Кого лучше параллельно поставить метки, чтобы удобнее было потом перекрывать и относить семечки? Как, блядь, две метки можно поставить параллельно? Ну, как параллельно? Здесь? Ближе к забору. Друг напротив друга. Давай, ладно, переставлю. Нубасы, а. Вот нубьё. Понабрали тут бомжей. Так, ладно, переставил метки. Самое интересное, ребята, босс будет время от времени создавать на полу 5 войд-зон. Любой желающий может зайти в войд-зону и постоять там несколько секунд, пока она не исчезнет. В таком случае, это нам нужно это будет делать. Если в войд-зону не зайти, на ее месте вылезет здоровый такой каменюка и будет торчать. Если мы закроем все 5 войд-зон, один каменюка все равно вылезет. То есть один каменюка неизбежен. Поэтому наша задача закрыть всегда 4 из 5. При этом, смотрите, мы стараемся пропустить, то есть не закрыть камень, войд-зону, которая находится вот в районе креста. Вот максимально близкая войд-зона к кресту, туда никто не заходит. Все остальные войд-зоны обязательно, обязательно заходят рейнджи. Ну или если рядом с вами, то милишники. Далее. Если вы закрываете, выпиваете эту войд-зону и закрываете камень, то на вас появляется дебаф. Он висит около минуты. С этим дебафом вам, во-первых, нельзя заходить в другие войд-зоны. Во-вторых, вам вообще нельзя получать дамаг от босса. Есть два способа получить дамаг от босса. Первое, это он будет плеваться в ренджи, но у вас будет закрывать маг. Второе, это наступить в войд-зону другую, ну я уже говорил, не надо. И самое главное, семечки, ребята, семечки это самое главное. Значит, босс будет выделять несколько человек, по-моему 5, и вешать на них семечки. У вас есть секунд 5 или 10 на реакцию, по-моему 10 секунд на реакцию. Что делать с семечкой? С семечкой бросаете все дела. Бежите вот сюда, видите, где я? Ой. Ой-ой-ой. Ой. Закрыто. Ну ладно, это специально так было задумано. Так вот, вы бежите вот сюда и выстраиваетесь здесь примерно в линию. Вам нельзя стоять друг в друге, ребята. Примерно в линию выстраиваетесь. Когда семечко спадает, вы во все стороны выстреливаете зеленым говном. Такие зеленые полумесяцы, которые разлетаются в разные стороны. Если полумесяц влетает в стоящий камень, весь рейд получает дамаг. Если полумесяц влетает человека с дебафом, человека, который выпил в зону, весь рейд получает дамаг. Значит, задача людей с дебафом, задача людей, которые выпили в зону. Ничего не поймать ни в коем случае. Вы стоите примерно здесь и прячетесь от семечек. Задача людей без дебафа. Закрыть камни от этих полумесяцев, чтобы в них не влетело, и закрыть людей с дебафами. Вам нужно своими тельцами, ну не все вместе поймать, не все сразу, а то вы помрете, а по чуть-чуть танкануть своими тельцами, чтобы не влетело ни в камни, ни в зараженных людей. Во время семечек зараженные люди вот здесь вот будут тусоваться в районе входа. Камень вот, соответственно, мы рожать стараемся здесь, а семечки вон там, где стоит босс, в линию выстрелились. Понятна задача? Ну, надеюсь, что понятно. Давай. Семечка может повеситься на человека с дебафом? По-моему, да. Я не помню, но, по-моему, да. И тебе нужно будет очень ловко... Смотри, я специально говорю, что 5 человек отбегают не в одну точку, где босс стоит, а вы устраиваетесь в линию, прямо от левого края до правого, и у вас будет время среагировать и доджнуть. Это, да, вам будет непросто, но это можно и нужно сделать. Окей. Про гнусь еще не забывайте выбегать из камка. А гнусь, что она делает? Ее прохиливать надо, да? Прохиливать надо, он сразу... А, гнусь это такая шняшка, на вас дебаф гнусь. Когда вас прохилят, вы бабахнете вокруг себя. Выбегайте из кемпа, чтобы не бабахнуть рейд.
Вот. И героизм даем не на поле, а на 30%. Там босс звереет на 30% и начинает нас сильно мудохать. Мы даем герою, стараемся вот мудохать быстрее, чем он нас мудохает. Ну, собственно, это все. Давайте ради чек и попробуем с первого пола победить. Так, у нас Вилтари готов? Вилтари, прием. Вот вайп. Вилтари! Ау! Все, он пришел, все готовы. Отсчет на пол. Геру не забудьте, не даем. Да, и кольцо танковское мы тоже на переходку оставляем. Не, кольцо с пола, да. Оно отсохнет? Да, откатится. Ладно, давай. Ну танк знаешь, да, как там заходить, выходить? Рожаем там, в дальнем углу, эти кольца. Так, ребята, вольт зону, кто выпил возле входа? Не пить возле входа, отойди, блядь, от входа, не пей! Ну сейчас родится камень где-то в жопе. Все, хорошо, у входа родился. Я пошел вниз, ты тут руководи наверху. Сейчас пульсация, готовьте, закрывать МЖ, готовься. Перекройте. Сейчас будет новый вейт зоны. Так, вот прямо в углу ее не пьем, прямо в углу не пьем, остальные все пьем. Люди с дебафом, не заходите. Не заходите, люди с дебафом, и ко мне вплотную не подходите. У нас этот камень по центру немножко неудобный, он уже будет защитить. Люди с дебафом вплотную к камню подходить нельзя, получите дамаг. Сейчас пульсация, РНГ спрятались за мага. Скоро переходка, ребята, он будет семечки раздавать, готовимся. На переходке мы отдадим часть сейвов, начнем с реалинкара, это урона, я скомандую. Все, переходка, танк в меня. Где на тебе трусы? Нет, где трусов. Готовимся сейчас семечки. Готовимся разбегаться. Зараженные ко входу, семечками к выходу. Давай, семечки, отнесли. Быстро бросили все дела, отнесли. Готовимся защищать камни друг друга. Раллинкрай пошел. Закрываем камни. Сейвы прожимай. Все, хорошо, друида резаем. И будут еще одни семечки, готовимся. На них мы отдадим, целитель душ даст. Сейв. По танкам чуть пожестче. Закрываем камни и зараженных людей. Ладно, продолжаем. Все, снова первая фаза, она простенькая. Так, разломы. Отлично, один прямо в углу, его не трогаем, остальные выпиваем. На ком дебаф, не лезьте никуда. На 30% переходка, прямо сейчас начнется, ребята. Целитель душ, я смотрю, роллинг, ауру не отдал, да? Нет. Ладно. Он же на 30 переходка у него, да? Да. Гера пошла, Гера. Польса, поты, все, давай. Скажешь, куда мастер ауру сделал? На семечки ближайшие, на семечки. Что там коротенький такой? Семечки разнесли, на взрыв семечек, ауромастер и персоналки. Готовимся закрывать. Блять, кто там бабахает друг друга? Пофиг, играем. Любого поднимай. Добиваем тапками, ребята. Сейчас будут семечки, все сейвы сдать, все, что есть. Все сейвы раздать, когда будут семечки. Добиваем босса, а то мы не переживем семечки. Давай, вали его на бок, ломай ему член. Семечки, отдаем все сейвы, персоналки, все отдаем. Добиваем. Просто закидали овергиром. Такие говнари, я в шоке. Закрывать за вас. А почему именно маг закрывает? Почему что? Именно маг закрывает. Потому что у тебя сейвы есть свои, иначе ты сдохнешь.
еще раз без ключей. Я Маккормик, я маг, я тебе объясню, потому что у меня сейвы откатываются. Как бы там два сейва, которые я прожимаю. Он же много дамагал из себя. Че, мы на Ксулу едем? Ксула, конечно, че, видишь, каких опасных боссов с первого пула валим. Значит, Искара с первого пула убили, Закуна с первого пула убили, Аксула и подавно убьем.